Здравствуйте! Вы смотрите программу «Дело раскрыто». С вами Юлия Руднева. Как раскрыли одно из самых жестоких убийств в истории Ульяновской области, вы узнаете в этом выпуске. По данным МВД России, раскрываемость убийств и покушений на убийство достигла исторического максимума в период с января по июнь 2023 года и составляет 99%. Сегодня в нашей стране раскрывается более 90% фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований и разбоев. Как показывает статистика, убийц находят достаточно часто, но иногда расследование длится десятки лет. Связано это прежде всего с тем, что в прошлом технологии не были так развиты. Поэтому благодаря новым методикам и оборудованию сегодня удается раскрыть множество преступлений, совершенных несколько десятилетий назад. Так, в 2022 году была установлена личность убийцы 11-летней Оли Сазоновой, который совершил ужасающие деяния еще в 1987 году. Доказать вину удалось благодаря современным методом ДНК-экспертизы. Но бесценный вклад в раскрытие дела внесли сотрудники правоохранительных органов, работающие еще в советское время. Одним из тех, кто боролся за справедливость до конца, стал Виктор Александрович Черкашин, который отслужил в органах внутренних дел более 20 лет. 11-летняя девочка, ученица 4 класса 57-й школы, значит, проживала на Артема, пошла за хлебом. Обычное дело, значит. Тогда дети ходили, никаких проблем. Мама ждет, нет. 6 часов нет. Это было где-то около 4 часов. А магазин был на улице Смычки. Мама девочки сходила в магазин, но не обнаружила ее там. Вместе со знакомыми и соседями начали искать ребенка своими силами. Также родители написали заявление в Засвияжское РУВД. 17 марта, значит, где-то часа в 4, начальник УВД Сухов Петр Владимирович объявил общую тревогу. Подняли по тревогу. Вот, я сам там ходил, живу недалеко. Все меры на тот момент были приняты. То есть обыскали колодцы, дороги, берег Свияги, подвалы. Ее не нашли. Первые 10 дней после пропажи поиски продолжались безрезультатно. Никаких следов девочки обнаружено не было. Только в апреле стало ясно, что все же случилось с девочкой. На улице Рябикова, дом 27, мусоросборники были обнаружены части тела Сазоновой. Голова, части ног, одежда. Вот. Но тогда было это вообще общее потрясение. То есть девочка пропала 11 лет, ее расчленили, раскидали по мусоропроводам. Безнаказанность сподвигла убийцу продолжить издевательство. Через несколько дней на Минаева мусоросборников домов нашли другие части тела Оли Сазоновой. Недалеко от этого места работал отец девочки. Убийца будто насмехался над трагедией родителей. Ужасным потрясением стало и то, что убийца оказался не только маньяком, но и педофилом. Во время проведения вот экспертизы, значит, было установлено, что Ольга... Она была живая. На одежде нашли, значит, следы спермы, выделения, значит. То есть она подверглась насилию, была убита и расчленена. То есть это было такое зверское преступление, вот, что весь город был в ужасе. После произошедшего активно прорабатывалось несколько версий. Одной из них стало совершение преступления медработником, поскольку расчленение проводилось профессионально и изощренно. Первое, значит, что... Психически больной мог совершить. Здесь хочу один момент. Значит, вот по мнению судмедэкспертов и прокуроров, криминалистов, что расчленение провел человек, имеющий знания в медицине. Потому что расчленял, значит, аккуратненько, по суставам, кости не нарушал. То есть человек был или медик, либо владел, значит, навыками, вот, либо знал хорошо анатомию. И поэтому вот много было внимания уделено именно возможной причастности врачей, ну и медиков, там без конкретики, без какой. Отрабатывалась хорошо версия по психбольным. Но она, дело в том, что преступление все-таки изощренное, то есть похищение,
удержание, расчленение, сокрытие, значит, останков. То есть психбольной навряд ли это мог совершить. К сожалению, криминалистические возможности того времени были ограничены. Удалось выявить лишь третью группу крови преступника, а также взять образцы спермы. Однако с помощью экспертизы того времени невозможно было установить точную личность. Например, на даче у начальника милиции Толынева нашли подозрительные следы. Вы изъяли ножовку с костными остатками. Волосы, которые по морфологии, по цвету подходили под потерпевшую. И следы волокна с коврика. Но выяснилось, что, в принципе, это была версия ошибочная. Кроме того, на одежде Оли Сазоновой были обнаружены следы лака и краски. Значит, она находилась в помещении, где идет ремонт. По словам родителей девочки, она была очень воспитанной и осторожной, поэтому никогда не ушла бы с незнакомым человеком. По этой причине под подозрение попал еще один сотрудник милиции. Здесь вот в поле зрения попал водитель, милиционер-водитель с линейного отдела милиции. Ну, сейчас не секрет, вот фамилия Соснин его. В принципе, это была убежденность родителей потерпевшей. Плюс, значит, поступила информация из самого линейного отдела милиции о том, что Соснин мог быть причастен к этому похищению. Потому что увидели машину на месте преступления, ну, предполагаемая серая «Волга», на которой она принадлежала начальнику милиции линейного отдела. Группа крови Соснина была третья. Вот. Вход в семью знали. Ну, то есть много было, ну, как они, их не скажешь, объективные какие-то показатели, но интуитивные, мог причастен на тот момент. Из-за недостаточной базы доказательств расследование затянулось на долгие годы. Сотрудники милиции тех времен не смогли установить личность преступника, но собрали множество улик, благодаря которым все-таки удалось раскрыть жестокое убийство, когда экспертизы ДНК вышли на новый уровень. За десятки лет ДНК-тесты значительно прогрессировали. Сегодня исследования делают при помощи автоматизированных систем в короткие сроки. Увеличилась и чувствительность методов, появилась возможность исследовать старые следы. В 2016 году Следственный комитет отдела криминалистики обратился к нам с целью исследования объектов дела по убийству Ольги Сазоновой. Нам предоставлены были следы спермы, которые были обнаружены еще тогда, в 80-х годах, с трупа убиенной Ольги Сазоновой. Мы провели экспертизу ДНК-анализа, установили генотип следов преступника. После этого у МВД совместно со Следственным комитетом проверили всех подозреваемых, тех, кто совершал подобные преступления и был в поле зрения правоохранительных органов. Всего было проведено несколько сотен экспертиз, а внимание правоохранительных органов преступник привлек двойным убийством, за которое в 1994 году он сел за решетку. Его задержали на месте преступления за двойным убийством в 1994 году. И им, понимаете, когда дело неочевидное преступление, вот, проводится весь комплекс мероприятий, значит, устанавливается. Тогда больше вероятность там попадет. А он был на месте схвачен, все там признался. И не велась его разработка такая, что он эти 15 лет отсидел в колонии в 9-й. Ну, молчал, информация не поступала. Хотя были отдельные такие всплески, что якобы там кто-то был, но прямых доказательств нет. Совпадение нашли только в 2022 году. Убийцей оказался Владимир Колпаков, которому на момент преступления было всего 26 лет. В период пропажи Оли проживал он один в доме напротив реки Свияги. Мог ли он попасть в наше поле зрения? Попадал, но, говорю, не было. Таких было десятки, как Колпаков, значит, вот, то есть, ну вот, похож, значит, в профиль похож он, значит. Однако перед судом за убийство Ольги Сазоновой Владимир Колпаков так и не ответил. В 2021 году у Владимира Колпакова взяли образцы для сравнительного исследования. После этого он совершил самосуд и покончил жизнь самоубийством. Родственники убийцы написали ходатайство о прекращении уголовного дела в связи со смертью обвиняемого на стадии следствия, а не в суде. По закону это решение фактически предрешает виновность лица в преступлениях. Так расследование уголовного дела было завершено в 2023 году.
Хотя и менее жестокие убийства в Ульяновской области происходят достаточно часто. Например, в ноябре 2022 года жительница Димитровграда пришла в гости к своему знакомому. Однако вечер не задался, между ними возник конфликт, который перерос в жестокое убийство. В ходе ссоры женщина нанесла 4 удара ножом в грудь и 4 в шею хозяину дома. В результате потерпевшему были нанесены телесные повреждения, от которых наступила его смерть на месте преступления. Первоначально, в ходе предварительного расследования, женщина свою вину признала, но затем показания изменила, утверждая, что ударов было меньше, а наносила она их с целью самообороны. Ее доводы были опровергнуты показаниями свидетелей и заключениями экспертиз по уголовному делу. Суд вынес жительнице Димитровграда обвинительный приговор. Судом ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 10 месяцев колонии общего режима. Сторона защиты не согласилась с приговором и подала апелляционную жалобу. В результате рассмотрения суд апелляционной инстанции оставил приговор Димитровградского городского суда без изменений и отказал в удовлетворении жалобы. Приговор вступил в законную силу. Люди, совершающие убийства намеренно, в большинстве случаев имеют неустойчивую психику, но, к сожалению, не всегда попадают в больницы и имеют диагноз. Почему так происходит, нам рассказали в Ульяновской областной клинической психиатрической больнице. Вообще, примерно 50-60% по результатам нашей работы убийц могут иметь какие-то психические аномалии, но в рамках вменяемости. Не грубые психические нарушения, психопатии, остаточные поражения головного мозга, алкоголизм. Одним из негрубых нарушений может быть и расстройство увлечений, как, например, у насильников и педофилов. Чаще всего они также не стоят на учете в психбольницах, им не ставится диагноз. Формируется оно, как правило, из-за психологических травм, полученных в детстве. Ссоры родителей, жестокий отец, неисполнение родителями своих родительских обязанностей и так далее. Это могут быть травмы. Человек подвергался избиению, какому-то насилию. Это могут быть такие факторы, как несостоятельность в профессии, неспособность получить, завершить свое образование, частая смена мест работы. Вычислить потенциального убийцу в своем окружении практически невозможно, но иногда поведение людей указывает на их склонность к насилию. Это чаще всего замкнутые люди. Они могут быть внешне общительными, но не иметь постоянных устойчивых контактов, не иметь привязанностей глубоких в семье, с друзьями. Они могут не иметь хобби, увлечений. Я опять могу повториться, это неадекватная самооценка. Это умение вживаться в различные социальные роли, подстраиваться под ситуацию. К сожалению, убийства происходят регулярно, и от этого не застрахован никто. Радует лишь то, что благодаря современным технологиям личность большинства преступников удается установить, и они получают заслуженное наказание. На этом у меня все. До новых встреч.